Доброго всем дня. Вот такой помидорчик. Этикеточка, к сожалению, стерлась, вырос. Огромные такие листья, просто огромные. Он весит лист. Помидорчики не крупные. Ну, грамм, наверное, по 30. Всего он 38 сантиметров. То есть для домашнего выращивания вполне подходит. Конечно, не такой, как мини-белл, тот короче. Перчики мельче, их больше на кисти, как черики растут. Но я считаю, что достаточно хороший сорт, если вот так вот для горшочного выращивания, просто идеальный. Так эти еще помидорчики можно и в ванночку закатать. Сейчас я его попробую, первый помидорчик срываю, надо желание загадать. Сладкий, очень вкусный помидор. Очень вкусный помидорчик. Буду его выращивать дальше.